Рукоделие – это волшебство, где из обычных материалов мы создаем что-то невероятное. Каждая деталь, которую мы создаем, это не просто результат работы рук мастера, это отражение нашей души и фантазии. Представьте себе, вы берете обычные шоколадные конфеты в золотистой фольге, бумагу или пленку для цветов, и из них рождается что-то уникальное, что-то такое, что способно удивить и вдохновить. Это как простой кусочек торта или пироженка посреди обычного рабочего дня. Порой простые вещи скрывают в себе невероятные возможности. Давайте вместе погрузимся в мир творчества, где каждая идея – это шаг к новому открытию, где каждое новое изделие – это путь к совершенству и ярким эмоциям. Вдохновение, оно повсюду. Мои мастер-классы на страницах студии свитдизайна букет7.ру. Шедевры природы, цветы, деревья, настроение, которое она нам передает. Общение с друзьями и их мечты. Наше с вами настроение и желание сделать себя и этот мир чуточку счастливее. А что создадите вы сегодня? Делитесь своими шедеврами, идеями в комментариях.